Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Путлидер, ну или самогонщик с Урала, кому как нравится. Сегодня хочу рассказать в термометре. В нашем деле очень часто сталкиваемся с той проблемой, что щуп на термометрах длинный. Многие ищут, покупают, тратят деньги на термометры с коротким щупом. Сейчас я хочу рассказать, как можно это сделать более просто, без особых затрат, потому что такой термометр стоит дешевле, чем с короткой ножичкой, щупом с коротким. Так, перво-наперво давайте его разберем, посмотрим, что есть что. Точнее, нам понадобятся часовые отверточки, сейчас я их принесу, ну и будем укорачивать. Щуп разбирается вот так, аккуратненько его крутим, и он у нас, вот смотрите, вытаскивается. Это пока в стороночку, дальше покажу, что с этим трубочку. Но у меня вот есть гравер, кто-то может болгаркой, кто-то может, я не знаю, пилкой, кому чем удобно, какие инструменты. Будем, мне вот нужно половинку. Поехали. Как видите, ничего сложного. Отрезал. Сейчас продолжим. Вот у меня есть вот такой набор часовых отверточек точных. Суть в следующем. Сейчас у нас проводки длиннее, чем щуп. Нам надо их укоротить. Вот, когда разбираете, вот здесь вот находятся два болтика. Сейчас их открутим. Укоротим. Так, где-то еще мельче было. Вот она. Разобрали проводочек, подтянули на нужную нам длину. Еще чуть-чуть. Начинаем собирать. Проводочек аккуратненько скручиваем, чтобы он у нас нигде не мешался. Как-то вот, ну вот так. Ставим обратно крышечку. Вуаля, наш термометр собран с коротким щупом. Если данное видео вам стало полезным, не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. На этом все. Подписывайтесь на канал. До свидания.